Как может выглядеть признание, когда не сказаны слова, когда срывается дыхание, когда кружится голова? Как может выглядеть признание, когда глаза глядят в глаза, когда от взгляда содрогание, и от тоски бежит слеза? Как может выглядеть признание, когда ладонью по щеке морщинок нежное касание и расставание при луне? Как может выглядеть признание, когда все мысли о тебе, когда сплошное ожидание в движениях, жестах и душе? Как может выглядеть признание, когда рука в его руках и поцелуй за ним молчание, сердце будто в облаках?